прибрежном микрорайоне полицейским нечаянно удалось раскрыть кражу сразу трех велосипедов, об исчезновении которых хозяева еще не догадывались. Отличился наряд вневедомственной охраны, который патрулировал ночной город в своем секторе. В 3 часа ночи полицейские неспешно ехали по шоссе, оглядывая окрестности в поисках нарушителей. Трое подростков, которые ехали им навстречу в сторону центральной части города, ничем внимания не привлекали. Велотроица демаскировала сама себя. Приятели вдруг побросали велосипеды и, что было духу, помчались в темные дворы. Секунды, потраченные на разворот машины, оказались достаточным гандикапом для воришек. Они сумели спрятаться в жилмассиве, причем где-то около местного отделения полиции. Рассмотреть беглецов патрульные особой возможности не имели. Примерный возраст похитителей – 14-15 лет. Предположения о том, что велосипеды были украдены, подтвердились. Ошиблись полицейские только в одном. Они полагали, что похищены были двухколесные машины из микрорайона «Строитель», а оказалось чуть ближе. Утром об исчезновении своего имущества заявили жильцы одного и того же подъезда многоэтажки, расположенной в окрестностях Института культуры. Все три велосипеда парковались на ночь на лестничных клетках. Как минимум один из них нужно будет ремонтировать. Катаясь на Аяме, угонщик повредил заднее колесо. Искать вороватых тинейджеров будут по отпечаткам пальцев. С места происшествия Ольга Кошелева и Виталий Векслер.